А, я хочу захватить весь мир. Вот это будет классно. Стоп, я записываю. О, блин, всем привет, Макс Риск, но обновление Edge Vapes. Я нажимаю обнову. Так, подожди, я открываю ее. Стоп, 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 подожди, подожди. Перед началом ролика подпишись на канал, ставь лайк. Стоп, стой на месте. Блин, у меня реально лагает. Нет, не делай этого. А, блин, что делать? Я ж только начал записывать. Алло, так неинтересно. Да, блин, пожалуйста. Так, недавно события мы уже дочитали. Ну прошу, ё-моё, я вижу тут кнопочку обновить. Видите эту кнопку? Обновить. Вот она, есть. Так, новый текст. Чудовище Малыш Космос. А я думал, обезьяна Малыш Космос. Оказывается, чудовище Малыш Космос может получить вы собите бесплатно. Вау, друзья, заходите в Edge Waves, получайте. На беги и пери... Что, блин? На беги и пери ждут вас в джунглях. Окей, джунгли. Там что на больного джунгли? Потом посмотрим. Банда из одного клана теперь могут сражаться друг с другом. Класс. Новый центр банды. Для его улучшения требуются определенные предметы. Элиты, члены банд могут сражаться и занимать здания. Претендуя на место вождя клана. Мы же это говорили в прошлом обновлении, ссылку писаем потом. Еще больше обновлений, ссылка тоже будет в описании. Так, поменялись внешний вид обезьян-мутантов. Правила сложные и награды, а также удаление босса. Класс. Уже говорю тоже. Уже обновляется, ждем. Уже 59%. А подписку лайк, пишите комментарий. Как вам обнова? Вообще, наверное, классно. Вот это самое тупое. Туповая. Вторая еще тоже тупая. Банды теперь могут занимать руины. Тоже классно. Оптимизация интерфейса и процесс. Вот самое, наверное, классно. Набеги и бери. Ждут вас в джунглях. Вот это самое прикольное. Набери и бери. То есть бери там и вперед иди. На русском. Что-то будет прикольно здесь. Потом второе занимает чудовище. Чудовищего. Чудовище. Много мы малыша Косос можешь получать с собой бесплатно и так дальше. Так, захожу, друзья. Это, наверное, классно будет, новая заставка или нет? Это новое обновление 0.17.0. Так, мы знаем, баннер такой у вас. Да, все-таки когда будет 1.0.0 или просто 1.0, то будет, наверное, новое оформление. Как по мне, игры так делают. Да. Только в других играх как-то по-другому. Ну, примем возьмем зубы. Там 2.5 сейчас. Потом 2.6 будет, наверное, новое. 2.5.1 это значит что-то другое. Странно, оформление что-то не поменяли. Ну ладно, что ж поделать. Очень у нас на привычке будет, наверное, прикольное оформление, я так думаю. Лайк, подписка на YouTube канал, это очень будет важно. Так, музыка. Так, что у нас такое? С возвращением. О, громила, они стоят! В районе вашего развалилась война, то я знаю. Так, что я тут вижу? А, ну блин, ну мы не тот. Так, вижу клан. Заходим в клан. Так. Рейтинг. Ого. Тут можно что сменить? Ё-моё! Запуск ракеты. Открытие главы, запуск ракеты. Рейтинг 2. Рейтинг 6. Рейтинг 5. Рейтинг третий. Кто вообще первым меня занимает? Офигеть, друзья, новая информация. Инфа. Так, это наша, по-моему. Эпоха Литы. Новая Лита. Раньше бы по-другому на нашем канале можешь посмотреть. Вождь клана, можно мне тут? Тут можно угнать. Для получения этого элиты титула придется типа того, что пожертвовать. Чё, блин? Я не почитал. Разведка. Давай разведать. Это штаб еще один. Давай разведать. Я хочу стать тоже хорошим капитаном. Я хоть буду здесь. Требуется представитель. Вождь клана. Блин, один чувак занял, блин. Ладно. Хоть я буду здесь. Что мы давай нам тут? Требования. Представитель. Ох, ё-моё. Бонусы для получения этого элитного титула. Оккупируйте параметр клона. Я уже оккупировал. Параметр клона. А, его нужно оккупировать. Бегом, оккупируйте. Вон он. Бегом туда вот. Давай. Едь, блин, долго. Сейчас к нам дадут и займут топ-1. Так, хорошо, друзья. Скоро мы дойдем, потом узнаем. Классно еще, да? Лайку. Стоп, там было новое обновление. Щит, по-моему. А, нормальный щит. Классно еще, да?
Так вот, новые, по-моему, питомцы добавили, да, посмотрим героя, возможно, там и добавили. Вот, наверное, шикарно. Ё-моё! Новый чувачок! Так, у нас тут что напишется новое. А, это подарок нам, окей. Во-во, что-то новый. О, реально новый. По-моему, этот из тебя был. Новый чувак, Мастодонт. Я его не помню, но я помню на превьюшке 5200 кп, даже больше, чем у тебя. Итак, друзья, малыш, малыш Космос. Космо. Ох, блин. Ё-моё. Наверное, это очень классно. Блин, вот это, наверное, мощный. 5200. Блин, ну его, конечно, рано еще поставить на превьюшке. Вообще, я тоже, наверное, поставлю, если получится его найти. Вот разработчиков. Ё-моё. Классно еще, да? Так, возможно, еще новый сервер добавить. Знаете, самое важное тут не сервер занимать, а где-то быть на одном месте. Надо у меня столько. 28-й, 29-й. Вы, наверное, прикалываетесь, друзья. 29-й. Да не, я не хочу начинать заново. Блин, тут столько серверов. Тут нужно прям целый день играть в эту игрушку. Так, забираем, конечно, тут. Давай заберем. Капец, блин. Это нужно один на декус поставить. 350, капец. Это круто. Друзья, если вам там не хватает жетончика, я уже рассказываю, что нажимаете здесь, собираете. Видите? Не работает. Нажимаем здесь, собираем. Так. Тоже собираем. Так, вроде мы дошли. Вроде бы. Давай узнаем. Планета. Блин, почему я не здесь? Ну... чтобы все знали, что я хоть тут занимаю. Так, хорошо, ты там доходишь там? Давай, доходи пока что. А мы, друзья, будем прокачивать. Все-таки это очень важно. Теперь важно. Так, давай квест выполнять, что ли. Круто, круто, круто. Так, давай прокачаем тебя. 2 секунды, изично. Так, окей, вот он ускорен. Так, давай призик. Так, все увеличится, окей. Так, может быть, стрим запустить? Только, когда я запускаю стрим, то он работает. Много дизлайков, так что давайте-ка, чем больше лайка, тем я чаще стрим делаю. Пока что я не хочу делать стрим, мне страшно. А если вдруг меня задизлайкают, зачем так делать? Англоязычные, я ж вроде мир сделал. Я ж в описании всегда теперь прописываю то, что хочу сказать, и на вашем языке. Все ж нормально. Но если ваш не тот язык, то пожалуйста, напишите мне в комментариях, я там исправлю. Он на круговороте вот. Я тебе быстрее, чувак. Вообще классно, обнова. Так, друзья, значит, заходим сюда. Вот так как-то у нас не работает. В смысле? Арена. Так, то я знаю. Давай бесплатно. Легу, дай нам новых питомцев. А может быть, нужно на всех зайти? Чем только на одного. Так, окей, чувак, ты нормальный, окей. Заберу. Давай на других серверах зайдем и тоже займем топ-1. Потому что не зря ж я зашел туда вот. Так, уходим. По-моему, нужно изменить. Так. Я тут, наверное, прокачан где-то в 20. Город 10, город 6. По-моему, здесь. Да, подтверждаю пока что. Перезаходим, друзья. Туда-сюда. Вот. Капец, блин. Туда-сюда, вот. Так, что, заходим? Я даже никогда не выигрывал эту игрушку. Так, так, окей, нажимаю все туда вот. Также мы должны захватить клан. Рейтинг. По-моему, еще никто не захватил. Нет, блин, всегда захватывают. Ну, а хоть это захватим. Угнать. Я хочу хоть угнать какую-то. Порт. Все, угоняет его. А вроде бы не так уж далеко. Класс. Да, ну хоть какое-то место мы займем. Нужно прямо четко занимать, потому что дальше, наверное... Ага, они же будут еще, так скажем, меняться. Это будет очень хорошо. Но я хочу занять, чтобы получить там награды какие-то интересные. Поэтому мы будем заходить, уходить, блин. Это реально пранк какой-то. Зато это увлекательная игра. Куча серверов. И смысл такой, что класс получаешь очень много раз. Блин, а может как-то быстрее получать? Друзья, ну видите это? Исследование мутанта, блин, куча раз клацаю. Блин, мне уже достает это все делать. Можно разработчик как-то ускорить момент? Нет? Ну, в общем-то. Вот время, пожалуйста, ускорьте. Так. Да блин, ну блин. Ладно, прокачай что-то другое вот на 10 секунды.
Так, а мы заберем бесплатно. Ну, вроде бы круто. Только вот мне интересно, через 10 часов дают? Золотой герой дают так долго, что ли? Так, батарейка, так, окей. А что, блин? 2 часа, ну давай, на 12 минут, что ли. Все, зарядил тебя. Что это такое, блин? Чего там веселитесь? А как разведку провести? А? Нет, блин, как разведку? С ТП, а разведки нету. Ё-моё, что это было? Где разведка? Я помню, вместе с вами мы разведаем. Неужели всю карту открыли? И теперь нам не нужно расследовать. В смысле? Ну покажите. Блин, реально? Вы чё прикалываетесь? Всю карту открыли? О-хо-хо, блин, круто. Все источники заняты, смотрите сами. Блин, наверное, эта версия самая прикольная. В общем, это наши, друзья. В скором времени мы запустим ракету, поэтому буду качаться здесь. Вместе с вами буду говорить про это все, но вообще классно, четко. Блин, это классно. Так, давай тогда семерочку. Так, давай заберем бесплатную. Так, вход заберем. А, ладно. О, пошло дело, жара, давай. Так, ладно, веры не хватает. Так, меняем. Я, наверное, читы буду использовать. Так, третий, там 10-й, только там у нас захват, все. Поэтому давайте вернемся, посмотрим, как там дела у них там. Возможно, они его слишком прокачаны. Игроки уже. Ё-моё, 10-й. Ого, сколько у меня тут было, друзья, капец, блин. Так, не знаю, что тут появилось. Давай займем какое-то место. Блин, тут прям все занимают главное, командующие. Почему не я не занимаю никакое вот? Так, разведка. Сколько там дают? 500 тысяч награды за оккупацию для банды, награда за оккупацию для клана. Давайте на банды, чем клана. Клан. Вон клан, банда, банда вот. Я путаю, друзья, это банда. Это самое главное. Оккупация для банды. Ладно, давай ступим куда-то хоть. Нас просто мало смотрит, соответственно, у нас не будет, наверное. Не, ну я не знаю, штаб банды. Давай построим штаб банды. У вас нет на это разрешения. Знаете, лучше вам вступать в клан, потому что тут вам будут 2 награды. Очень, очень офигенно. Так, отправить. Недостаточно прав. Недостаточно. Капец, блин. О, блин, я буду столько класса, это капец тоже. О, сколько не заходил. Не заходил. Нова, смотри, сколько новых, друзья. Заходите, блин, ко мне в гости. Потом, когда мы зайдем, это подписан вас. Так. Руша. Блин, отдайте мне такую превьюшку. Вот, друзья, я получил блудный пеп. Чё, блин, событие закончено. Закончено. Стоп! Закончено! Я не успел, блин! Друзья, я реально не успел взять этого персонажа. Напишите мне в комментариях, почему я не успел. А, блин. Как это работает? Мне нужно качать теперь мощь, чтобы побить всех. Ай-яй-яй, блинчик. Не успел. Вы напишите в комментариях, вы успели вообще? Почему я не успел? Блудный противник. Пожалуйста. Разработчики, ну обзор сделать. Ай, ё-моё. Хоть его бы дали. Смысл его нет, а он, друзья. Друзья, он там меняется. Вообще, этот маленький как-то на него упадает. Может быть, нужно заходить куча игр. И куча классов, блин. Вся весь просмотр, с вами Макс Риск. Я буду, наверное, очень много классов, что ли, блин. Чё мне, блин, делать? Напиши в комментариях. Так, ладно, качаюсь. Всем пока.